Эпицентром энергии любви 14 февраля стала площадь имени Куйбышева. В сердце любимого города молодые люди организовали свой праздник – День всех влюбленных по-самарски. Мы все праздники любим. И спеть, кто Валентин особенно. В этот замечательный праздник, если даже нет возможности куда-либо пойти, можно прийти сюда повеселиться. Это единение людей, то, что молодые люди, да, но и наши взрослые могут прийти сюда вместе со всеми отпраздновать наш самарский праздник, признаться любви друг другу, кататься, танцевать и получать за это еще и подарки. Горячие сердца на горячих коньках чуть не растопили лед на главном городском катке. С олимпийским азартом влюбленные соревновались в конкурсах на самое длинное признание в своих чувствах, самую спортивную пару и самую романтичную историю знакомства. Я тебя очень сильно люблю. Вот. И без тебя я не представляю своей жизни. Слов нету, одни эмоции. Идею горожан отметить День влюбленных в сердце любимого города, да еще и на катке, поддержал Самарский департамент культуры. В следующем году организаторы пообещали влюбляться активнее и сделать праздник еще интереснее и зрелищнее. День Святого Валентина принято признаваться в любви своим вторым половинкам. Самарская молодежь решила пойти дальше и массово признаться в любви родному городу. Самара, я тебя люблю. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.